В России стремительно растет число ВИЧ-инфицированных. Сейчас их более 800 тысяч. Примерно 24 тысячи погибли за 2017 год. В основном это те, кто не лечился. С таким показателем Россия вошла в тройку самых отстающих стран мира. Впереди только Нигерия и ЮАР. Впрочем, с ВИЧ-инфекцией в наше время можно жить долго, так же, как с сахарным диабетом или астмой. При грамотной терапии уровень вируса в организме реально снизить до неопределяемого. Так, например, первый инфицированный житель Самарской области, выявленный 30 лет назад, жив до сих пор, воспитывает здоровых внуков и отмечает, что чувствует себя гораздо лучше 70-летних сверстников. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, более половины граждан с этим диагнозом даже не знают о нем. А ведь вирус важно обнаружить как можно раньше. В Самарской области регулярно проходят акции по бесплатному тестированию на ВИЧ. Сегодня мобильная лаборатория работала в Поволжском государственном университете телекоммуникации и информатики. В Самарской области сейчас почти 35 тысяч ВИЧ-положительных пациентов. Только в 2017-м выявлено 3277 случаев заражения. При этом каждый второй никогда не употреблял наркотики, а треть заболевших в нашем регионе женщин заразились от единственного в своей жизни партнера. Если раньше на такие темы открыто говорить было не принято, то сегодня молодые люди сами пропагандируют здоровый образ жизни, профилактику заболеваний и проходят экспресс-тест на ВИЧ. Это Поволжский государственный университет коммуникации и информатики. Не столько хотела узнать свой результат, потому что в нем я уверена, но как хотелось показать пример. И то есть сейчас также я в рядах первых пошла сдать, потому что нужно показывать пример ребятам в том, что ничего страшного в этом нету, в том, что нужно следить за собой, за своим здоровьем. Здоровье наше сегодня – это здоровье будущих наших детей. Общество очень странно относится к этой проблеме. Опять же, из-за плохой осведомленности, я считаю, то есть некоторые люди вообще думают, что ВИЧ передается вот так воздушно-капельным, и таких людей считают какими-то неполноценными или уродами. Поэтому нужно проверяться и стараться избегать факторов заражения. Экспресс-тест проходит анонимно, быстро и безболезненно. ВИЧ-статус проверяют по слюне в течение 15 минут. Случается, что и подтверждается диагноз. Люди, не зная о том, что они могли заразиться, случайно проходя мимо нас, сдают тестирование. После этого мы, естественно, если результат положительный, приглашаем к нам на более подробное тестирование в спеццентр. Экспресс-тесты любые – это не есть положительный диагноз ВИЧ-инфекции, поскольку очень многие заболевания, какие-то сопутствующие состояния могут повлиять на положительный результат. По словам врачей, единственная возможность не просто выжить с положительным ВИЧ-статусом, но и сохранить качество жизни на уровне здорового человека, принимать лекарства. Отметим, по официальной статистике, с таким диагнозом в России живут более 800 тысяч человек. Темпы прироста новых больных постепенно снижаются, но проблема все еще остается острой.